Solution и немножко биотек. Какие-то я глаза кривые нарисовала, господи. Так, девчонки, вот смотрите, привет! Привет! Есть такие девочки у меня, которых я знаю с тех времен, когда я вышла в Перископ рассказывать про свои бусы впервые, про свой эскиз. Вот, и тогда появились первые такие у меня на знакомые, коллеги. Вот, 100 лет, да. Вот, так что их я очень... Даша пришла, Даша ушла. Кто тут еще? Смотрите, я про брови. Даша, привет! Я про брови, которые опущены вниз. Вот если бровь опущенная вниз, вот мы сейчас нарисуем вот такую увеличенную картинку. То есть она у нас... Бровь нормальная, да? Она располагается... Хорошо, у меня отлично. Я немножко это перезагрузилась и стала появляться. То у меня выстраивалась программа, мне нужно было много уроков делать, и я не могла выходить в эфир. Сейчас я по возможности буду немножечко выходить, рассказывать, потому что как это, все не расскажешь, все время приходится, все время что-то новое, новое что-то появляется. Вот. Значит, смотрите, сама бровь, как все знают, да, ее положение, она может быть либо там наравне, либо хвостик повыше. Но это как бы классика, мы про это даже там речи не ведем. Да, то есть либо такая бровка. Ну, вот, грубо говоря, я не буду сейчас вырисовывать. Но когда у нас картина выглядит совершенно по-другому, то есть у нас бровь опущена. Опущена, да, то есть заведена вниз. И у нее вот эта вот граница ее роста, она волосков, да, она уходит вниз. Вот. И вот волоски вот уходят вниз, и все, и ничего не поделаешь, а глаз-то, в принципе, ну, тоже не маленький, да, там нормальный как бы глаз, и вот так вот бровь вниз уходит. Ну, допустим, что она не перещипанная, допустим, что это хорошая бровь. И как вот нам с ней быть? Я говорю сейчас про вариант, либо это будет окрашивание хной, да, либо это будет перманентный макияж техники тушевания. Сейчас я нарисую вот тут. Вот такие брови. То это перманентный макияж, например, техника тушевания или техника волоска. У нас получается так, что в чем наша ситуация, да, вот относительно вот этой проекции, нам бровь, по сути, как нарисовать? Блин, вот блин, а? Кши отсюда. Смотрите, вот так вот расположение у нас бровки, она у нас вот так идет, правильно? Вся ваша история секрета расправления бровки на свое место, это нарисовать ей вот эту вот ее линию. Здесь линия нормальной брови была прямая, а линия нашей брови... Линия нашей брови стала вот такая вот. Вот головку, соедините головку с хвостиком. Да, и она стала вот такая, то есть она опустилась, а нам ее нужно вот так сделать. Что мы делаем? Что мы можем сделать? Нам нужно что делать? Нам нужно поднять хвост. Да? Как мы можем поднять хвост, если он растет сюда, а здесь пусто? Здесь нет, ничего не растет, и что нам двухвостки рисовать, то есть рисовать вот такой сюда рисунок на голую кожу, а здесь что, выщипывать, а здесь рисовать? Что делать? Я вам скажу так, что можно компенсировать, можно пойти путем компенсации. Каким образом? Нужно перевесить вот эту сторону, да, и поработать немножко со срединной линией, да, тогда мы скомпенсируем вот эту часть, тогда это не будет так низко. Да, то есть она максимально более-менее к ней приблизится. Поэтому мы что делаем? Вот у нас заканчивается бровь вот здесь. Если наш глаз позволяет нам это сделать, то есть у нас есть возможность это сделать. Как это понять? Есть ли возможность это сделать? Как? В первую очередь вы всегда смотрите вот здесь мякушка. Мякушка. То есть вы на эту мякушку, вот где-то мягкая кожица, вы не можете рисовать туда бровь, да, вот туда. Нет. Но если у вас все-таки есть небольшой зазор, который находится еще на как бы костной тверди,
да, вот здесь вот где-то. Смотрите, как я делаю свои брови. Мне тоже их сделали, и мне нужно их компенсировать. Я их компенсирую, как могу, делая себе процедуру теневую. Вот эта линия, смотрите, на миллиметр, на полтора, ее можно спустить. Что мы делаем и здесь? Мы здесь просто... Нужно в другой карандаш мне взять другого цвета. Девчонки, сейчас я на секундочку, я сейчас возьму красненький. Потому что я боюсь, я вам показываю, а у меня все каша. Вот. На мое счастье, у меня есть красненький карандашик. Смотрите. Мы что делаем? Вам видно? Если это волоски, ну, представьте, либо у вас это будет там окрашивание такая, это будет линии идти ниже. Вот. Но если это волосковая техника или перманентный макияж, то вы рисуете, опуская волоски на 1 мм, вот здесь. Вот эту линию спускаете. Дальше ваша бровь, она же не может тоже вся опускаться, не может. Крайние волоски у вас идут здесь. Что вам дальше с ней делать? Что делать дальше? Как ее еще распрямить? Дальше вы переходите, вот она, первая треть, вторая треть, грубо говоря. Видно? Дальше вы работаете немножечко вот с этой второй третью. Немножечко. Немножечко, девчонки. Вот вторая треть, пошел волосок один. Или поднимайте немножечко здесь теневую хной, или когда вы красите напыление. Вот у вас формируется. Видно вам? У вас формируется... Вот здесь вот, примерно, да, как бы к глазу, если отнести. Высшая точка. Апекс. Вы вот здесь нарисовали, спустили 2, 3, 4 там волоска, да, или линию тушевочную вот сюда спустили. Вот, дальше вы вливаетесь в то, что растет. То, что растет свое, но там есть место еще, можно еще добавить. Видите, что я делаю? А верхняя линия формируется уже во второй, третьей, для того, чтобы поднять апекс. Апекс формируется у вас примерно вот в этой зоне, то есть вот тут у вас апекс, вот здесь. Но он начинает формироваться уже вот с этого волоска. Вы поднимаете и получаете апекс вот в этой части. То есть вторая, это последняя треть где-то, да? Первая треть, вторая треть, последняя треть. Вот. И после того, когда вы уже сюда дорисовали до этого места, у вас остается что? У вас остается ваш хвост, который все-таки еще продолжает падать. Но у вас уже есть форма брови, которая, во-первых, вот здесь поднялась. Внизу опустилась, да? У вас вот головка пошла. Раз, два. Вот, если у вас волосковая техника, то они разной высоты у вас будут волоски. Девчонки, поставьте, пожалуйста, плюсики, все ли вам понятно, вот то, что я сейчас показываю на этом этапе. Сейчас мы продолжим дальше с хвостом разбирать. Ага, ну все, поняла, супер, супер, супер. Ставьте плюсики, продолжайте, кому понятно, а кому непонятно, ставьте минус. Ага, ой, мои ученицы, все мои вон тут, все тут мои коллеги, ой, так рада я всем вам. Я очень вам всем рада, правда. Ну ладно, давайте, не будем сентиментальничать. После того, когда вы сформировали апекс, вы уже выиграли, вы уже подняли бровь однозначно, вы уже изменили направление линии. Уже теперь бровь не такая, она уже все-таки начинает испрямляться. И дальше вам нужно что сделать? Вы можете пожертвовать буквально последними двумя волосками вот здесь. Просто их чуть-чуть подщипать. Уберите вот здесь последние волоски.
пинцетиком там 3 волосочка, 2 волосочка, самых последних, которые вытягивают бровь и дают им вот это вот опущение вниз. Тогда у вас остается линия, те, которые идут уже вниз, да, апекс у вас уже сформирован, апекс уже есть, вы можете его подчеркнуть, как вам удобно, как хотите, как там закрасьте погуще или нарисуете 2-3 волоска. Да, наоборот, отстригла, вот так отстригла волосы. У меня вот здесь вот, они у меня растут хорошо, и мне мой парикмахер все время состригает. А если они пигментированы, не поняла, кто пигментирован? А, если это уже татуаж? Нет, мы сейчас не про татуаж говорим. Нельзя сейчас все в одном методе собрать и татуажи, и растущие, и так далее. Мы сейчас говорим про натурально растущие брови. Что с ними делать, если вы работаете микроблейдингом, татуажем, работаете хной? То есть все, что поначалу опоздало, как сохранить эскиз брови, подплывает от анестетика. От анестетика подплывает, работает без первичной анестезии. Умеешь? Если не умеешь без первичной анестезии, напиши мне в личку, я тебе расскажу. У меня есть на эту тему уроки или просто проконсультирую тебя как минимум. А, значит, вот это все у нас вот так, пожалуйста. Вот так вот у нас и формируется. У нас получается бровка совершенно другого расположения, да? То есть у нее есть... Ой-ой-ой, не туда нарисовала, блин. У нее есть апекс, у нее есть нормальный более-менее хвостик, есть опущение. Да, и, ну и то есть глазик здесь у нас уже такой как бы... Бровь уже не опущенная. То есть понимаете как? Она уже не опущена. Сейчас я вот эту бровь нарисую. Да и вот сейчас. То есть вот она наша бровь, вот эта, которая я вам говорила, да? То есть, что мы делаем? Во-первых, мы опускаем вот здесь чуть-чуть. Потом вливаемся в натуральный рост. Вот. А здесь мы создаем апекс. Да, если мы в одном направлении рисуем, то вот здесь выводим мы апекс, да, такой. А вот эти вот волоски последние убираем. И у нас бровь уже получает такое вот направление. Прямой, нормальной брови. Поняли как, девчонки? Вот, мы уже распрямляем. Вот, и здесь то же самое. Если вам нужна тонкая бровь такая же, то делайте то же самое. Выходите сюда. Вот. А вот эти последние два убираете и можете либо рисовать более прямой волосок, да? А здесь у вас спущенная головка. Я вам очень-очень рисую сейчас все схематично. Я думаю, вы уж понимаете, что мы... Не можем, как бы прям идеально, да? Ну вот там смысл. Бровь все. Вот из такой опущенной она превращается в более прямую. Да что ты? Волоски или напыление лучше в хвостик? Зависит от типа кожи. Если вы работаете в технике микроблейдинга, да, ручном, то я все-таки советую лучше рисуйте напылением, то есть, ну, тапанием, да, потому что волосками вы очень сильно здесь заглубляете, здесь тонкая кожа, и волоски здесь, как правило, всегда более серые, более углубленные, то есть утонувшие, некрасиво. Они долго носятся, они расплываются потом там в этом хвостике, ничего хорошего. Вот. Ничего не пропустил. Все трансляции останутся на месте, ничего я не удаляю. Я как этот, удалю трансляцию, не удалю трансляцию, удалю, не удалю. Не, вот это все останется. Вы работаете. Да, я работаю в волосковой технике с 2009 года. Представляете? А тушевание я начала делать только вот в течение этого года. Никого не знаю уже. Ты имеешь в виду здесь? А какая у вас старичка? Сустейн. Капец. Как долго. Да, долго и очень долго я шла к тому, чтобы рисовать эти волоски правильно. Я вам хочу сказать, что я не рисую волоски всем. Не рисую волоски всем
И не всем можно сделать то, что они просят всегда. Умейте определять и отказывать, и подбирать правильную процедуру. Если бровь низко к глазу, подпишись. Все, кто хочет смотреть какую-то информацию от меня, если вам она показалась интересной, подключайтесь ко мне на канал мой в Ютубе. Ютуб Ирина Потаенкова. Я вам сейчас покажу, как это выглядит моя страница. Ваша форма похожа на стихотворение. Ясно. 75 человек, 78. Ко мне заходит вся испанская округа, по-моему. Девчонки, вы здесь? Ой. Что-то у меня сел, короче, этот ноутбук. Я купила ноутбук в связи с уроками. Теперь у меня ноутбук, я все туда гружу. Да? Вся испанская округа здесь. ВК вы есть? Да, набирайте меня, Ирина Потаенкова. Вот так. Или вот такой тег пишите в Гугле, и вы меня найдете. Просто тег на английском — Ирина Потаенкова. Все. По вопросам обучения, каких-то проблем в работе, пишите мне в личку, если я вам могу помочь, я с удовольствием. Если я не могу помочь, я, возможно, найду, кто вам может помочь. Вот. И до новых встреч. Если есть какие-то запросы по таким видео, пишите мне в личку, я с удовольствием выйду и расскажу это в Перископе, если у меня будет на это время. Ваше лицо как... Ира, ты еще не переехал в Тривьехе? Еще... Не, я ездил в Валенсию. 5 месяцев после первички сильно... Ой, не успела прочитать, что делать. Не нужно... Так, вам всегда рады. Спасибо. Девчонки, спасибо вам, что вы у меня это... Есть, потому что мне очень нравится делиться, рассказывать. Я получаю от этого удовольствие. Это совершенно другое, да, когда вы работаете с удовольствием. То есть я это работаю не ради работы, а ради, как это, приятного времяпровождения. Всем рекомендую. Ой, спасибо большое. Девчонки, ну что, я вам хочу сказать напоследок. Я буду очень рада, если вы оставите обо мне какой-то отзыв в такой известной группе, которую все знают, Бров-секта. Вот, потому что некоторые спрашивают, но никакой почти информации там. Спасибо. Да, Бров-секта, там можно зайти, написать с тегом Бров-секта отзыв, да, наверное, или в каком-то, ну, в таком варианте. Нет звука. Что, правда? Да нет, вроде есть. Да нет, вроде все есть. Что-то у тебя притормаживает. Вот, поэтому на моей страничке есть посты всякие. Если у вас, вам не сложно, делитесь, делайте репост моих постов. Иногда я выкладываю очень полезные статьи, пишу. Те, которые полезны для того, чтобы ваши клиенты прочитали. Да, я там, как бы, мне удается правильно подобрать слова. Я иногда очень хорошо объясняю, люди это быстро понимают. Они читают и понимают, что, а, вот точно, вы себя просто избавите от таких проблем, подвисает, да, наверное, ну, пересмотреть можно будет, вот, и вы можете просто пользоваться моими постами, моими картинками, там, объяснениями на своих же страницах использовать. Не выходит, получается, кусочками, а не однородно. У тебя идет неравномерное поступление краски, скорее всего. Брови после 5 месяцев, сильный зуд и краснота. Так, чем красили? Какой был краситель? Может быть, 5 месяцев? Может быть, совершенно не с татуажем связан? 5 месяцев прошло? Или если это был тату-краситель? Аква? Нет. Какой там остаток уже краски? Какой цвет краски остаток? Какие брови? Аква, да не будет никакой реакции, бред. Это у нее какой-то этот дерматит, скорее всего, сиборейный в бровях, что-то такое. Очень похоже на то. Зуд, краснота. Часто очень вот здесь вот в головках бывает краснота, зуд, шелушение, сиборейный дерматит. Нет, не это. Где покупали пигмент? Ультратату? Значит, все в порядке, это сертифицированные эти препараты, сертифицированные уже краски, там нет проблем. Пигменты Сивака, не пробовала я у него пигменты, у Сивака.
У нее вся бровь, сколько денег стоит. Очень-очень интересная вообще тема. Надо к дерматологу показаться. Это не мастер перманентного макияжа должен диагностировать, а должен диагностировать дерматолог. Пускай он диагностирует и скажет, что это от этого вещества. Тогда ты можешь сказать, да, я как бы исключительный случай, это не по твоей вине. И кожа шелушится. Не бери на себя, просто посоветую обратиться к дерматологу. Это могут быть отсроченные проблемы в связи с индивидуальной реакцией организма, которую никогда нельзя предугадать на 100%. Так, спать ложись, не переживай, это не твоя и вообще структура деятельности вообще. Ты сделала рисунок, использовала одноразовые. Все проблемы, которые могут зависеть по твоей вине, они все возникают в первые сутки. Понимаешь? Первые двое-трое суток. Когда ты не соблюдала. Да, это не твоя проблема, это проблема ее организма. У нее в организме может происходить любая реакция на содержание металлов в этих красителях и так далее, и так далее. А может происходить просто какое-то вообще атипичное развитие. Не это. Нет, это на тебя вообще никак, это не относится к тебе совершенно. Какая разница, в каком я городе живу? Нужно акву чем-то разбавлять, чтобы прокрас был мягче. Ты можешь разбавить водой, работать в более жидком варианте. Если прокрас ты хочешь, чтобы был мягче, мягче его надо укладывать. Это уже техника тушевки. По технике тушевки у меня прям есть отдельный урок. Вот. Прям показываю, рассказываю, все-все-все-все от начала до конца. Я так выучила мою ученицу Лилю. Живет она в Италии, мастер ногтевого сервиса. Очень с большим трудом осваивает перманентный макияж. И вот мы сколько с ней общаемся, ее работы меняются на глазах. Вот при таком типе общения, изучения. Блин, ну я тут с высоты птичьего полета ничего почти не видела. Но как бы это, говорят, да, было мощно вообще, дождем залило. Ну что, девчонки и мальчишки, очень рада, что все забежали. Всем спасибо за сердечки. Дашуль увижу, пока. Остальные, наверное, не это. Ты молодец, Москва. А кто это из Москвы? Спасибо вам. Пожалуйста. Кто тут меня сейчас смотрит? Я что-то 764 зрителя, но... Но, девчонки мои, смотрю, не так много здесь девчонок, да, которых я знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, 46. Нет, 744 это именно в смысле, сколько заходило, выходило, входов. Знаете, как входы? Завтра хуже обещают. Да, запросто. Вам спасибо, я. Я с наступающим. Пока. Все. Всем пока! Пожалуйста. Пишите, если кому интересно, будет в личку какие-то вопросы. Я просто иногда даже не знаю, с чем в перископ выйти, что рассказать. Вот будут какие-то запросы там, я сразу буду знать, а сейчас пойду расскажу. Хорошо? Делитесь моей трансляцией, заходите ко мне в мои аккаунты, присоединяйтесь, друзья, делайте репосты, и я тоже вам помогу. Все, пока. Адьос. Целую.